Итак, уважаемые коллеги, мне очень приятно, что меня пригласили встретиться с вами. Почему? Потому что обычные лекции, которые читаются в курсе университета, это стандартные клинические лекции. Здесь же, я так понимаю, встреча друзей по интересам, тем, кто хочет учиться, хочет продвигаться. И но это не мое мнение, и мне говорили, когда я был молодым. Я сейчас это понимаю, что молодость является прогрессом, а определенный возраст – это может даже быть ступором динамики. Хотя люди бывают разные, такие же самые, как Амосов, Шалимов, вы знаете, до конца своих дней они двигали медицину вперед. О чем мы сегодня с вами поговорим? Мы поговорим с вами о основах клинического обследования респираторной системы, то, что вы частично в книгах читали, но книга – это книга. Запомните одну вещь, можно прочитать 100 книг, пока нет живого общения с учителем, с преподавателем, ничего не будет. Математика может быть хорошо, самостоятельно, взял кучу книг, прочитал. Программистам тоже можно освоить своими мозгами. В медицине есть одно. Это книга, учитель, пациент, книга, учитель. И если какого-то звена нету, вы ничего не достигнете. Что заставило меня и моих коллег, допустим, заняться пропедевтикой? Я на пропедевтику попал случайно после 12 лет работы практическим врачом. И мне посчастливилось, что мне дали вести пропедевтику. Я начал вести пропедевтику и делал все как все. Потом в один прекрасный момент мне дали учить иностранцев, тем более на английском языке, и я, человек ленивый, решил сделать ход конем, начал сдирать программы презентации на английском языке, потому что английский знал вообще никак, чтобы поставить, и когда читаешь студента, посмотрел на английский, они думают, что я вроде что-то знаю. И когда начал сдирать вот эту информацию, ну, грубо говоря, именно сдирать, а не брать, я посмотрел, что она очень сильно отличается. И английский язык немножко толкнул меня вперед, дал возможность общаться с иностранными коллегами, доступ к иностранной литературе. Вот сидят мои друзья, которые тоже прекрасно знают английский. Это дает возможность получить вам многие знания и обмениваться знаниями с любыми странами. Так вот, каждые 5-6 лет происходит смена гайдлайнсов, то ли руководство протоколов. Некоторые гайдлайнсы меняются очень часто. Допустим, джинов по бронхиальной астме, там может каждый год или каждые два. Но, к сожалению, в основах обследования изменений очень мало, и если они есть, они встречают очень большое сопротивление в мире. Ну, не только у нас в Украине, там в России, в постсоветских странах. Постепенно изменяется представление о других заболеваниях. И если 20 лет назад я с чувством долга, как медалист, закончивший институт, очень хорошо доказывал английскому врачу, что такое ВСД, вегетососудистая дистония. Он на меня смотрел, он не понимал, но он культурный врач был, а я молодой, горячий, он этого не знает. Я понимаю, что на нас как на идиота, потому что ВСД такого не существовало и не существует. Поэтому меняются диагнозы, появляются. В Украине существует такой диагноз, как дисбактериоз, вы помните, да? Я говорю шутку. Доктор Комаровский Евгений с ним борется, с этим дисбактериозом, но, по-моему, дисбактериоз победит Комаровского. Его выбить из мозгов невозможно, хотя надо. Так вот, меняются подходы и к лечению. Что и меняется в клиническом обследовании пациента у нас? Мы до сих пор измеряем такие понятия. Я пример вам привожу, как поля Кренинга, симптом Петтенджера, экскурсию грудной клетки. Я особенно говорю про детей. Это все имело место, это все было во времена Лайнека, там 150-200 лет назад, когда был распространен сумасшедший туберкулез и т.д. и т.п. Но в настоящее время это имеет некоторую историческую информацию, поэтому до того момента, пока поля Кренинга начнут увеличиваться, мы обязаны поставить диагноз, а не ждать 10-15 лет, чтобы поставить, увидеть этот симптом. Да, эти симптомы могут встречаться в слабо развитых странах, там, может, у каких-то бедных семей. Честно говорю, ни разу не видел. Спрашивал тех, кто меня учил, если честные коллеги старшие говорили, тоже ни разу не видели. Далее, то же самое касается относительно жесткого дыхания, усиленного дыхания, везикулярного, паурильного, мы об этом поговорим. Если мы копнемся не респираторную систему, а обследование органов желудочно-кишечного тракта, то продвинутые хирурги говорят так. Мои коллеги, друзья, существует два метода пальпации живота. Первый, как пальпируют хирурги, и как пальпируют все остальные идиоты. Почему? Потому что пальпация живота, вот как мы помните по Образцово-Сторжевскому, поперечная ободочная киска, сигмовидная, слепая, вы не можете ее пропальпировать, она очень мягкая, вы пальпируете только мышечный слой. Ну и, к сожалению, это все пока преподается студентам. Ну, может, я не прав, может, надо что-то другое, но давайте так. В респираторной системе основное место из жалоб занимает кашель. Я понимаю, что вы пошли уже часть пропедевтики, поэтому информация будет более коротко до вас доноситься, основная информация будет по аускультации, но все равно.
Что для нас важно, когда мы оцениваем количество кашля? Мы разделяем его всегда на два вида. Это влажный, сухой, это помогает нам дифференцировать. Ну, вы понимаете, сухой – это сухой, влажный – это когда вы чувствуете, что человек кашляет, у него во рту появляется мокрота в момент кашля. Далее существует градация – частый, редкий, изнуряющий. Нету до сих пор в мире разделения, что такое частый, что такое редкий. Одни говорят так, вторые так. Ну, примерно, если ребенок или взрослый кашляет каждые там, полчаса, это считается частым кашлем. Если меньше, там, раз в 3 часа, это редким. Но это субъективно, до сих пор это не описано в литературе. Но что важно понимать, что существует такое понятие физиологический кашель. И здоровый человек может кашлять около 10-11 раз по данным статистики. Только у детей это кашель в виде кашля, а взрослые люди могут кашель заменять покашливание, поперхивание, вот такие вот элементы, эквиваленты кашля. Далее мы разделяем на острый, подострый, хронический, классический, но в мире разделили на два – острый и хронический. И существует две школы – американская и британская. Американская школа и большинство мира говорит, если кашель сопровождается больше длительностью 4 недель, это хронический кашель. Если до 4 недель – это острый. Британская школа, она отличается от всех, у них хронический кашель после 8 недель. Какой классификацией пользуемся мы, ну, венецкая, украинская коллегия, это больше 4 недель хронический кашель. Для чего разделять? Это помогает нам разделять заболевания на две группы. Допустим, астма имеет всегда хронический кашель. Если пациент покашлял 3 недели, потом полгода у него нет кашля, то вероятность бронхиальной астмы очень маленькая. Характер поверхностный или глубокий? Глубокий дольше кашляет, поверхностный. Интенсивность дневной и ночной. Пример такой. Если пациенту выставляется диагноз коклюш, и он не имеет ночного кашля, это не коклюш. Дальше. Если пациенту выставляется диагноз бронхиальной астмы, и он наблюдает там месяца 2-3, и он ночью не кашляет, это не бронхиальная астма. Почему? Потому что эти две нозологические формы обязательно должны сопровождаться ночным кашлем. И вот так вот врач тезисно, как на весах, выбирает, диагностику проводит. Потом, ассоциация, происходит ли кашля с рвотой. Очень характерно, это гастроэзофагальная рефлюксная болезнь. Бывает ли рвота при кашле, это очень характерный симптом при коклюше классическом варианте. Ну, психогенный бывает такой кашель. Есть ли сочетание боли в грудной клетке, дальше связь с определенным положением. Что это такое? Допустим, приходит мама и говорит, у меня ребенок начинает кашлять, когда ложится спать. Спрашиваю, у вас ребенок днем спит? Спит. Он начинает кашлять. Да, когда он ложится, он начинает кашлять. Когда ложится спать, тоже кашляет. Следующий вопрос. А ваш ребенок кушает перед сном? Очень любит кушать. О чем это говорит? Поел, горизонтальное положение. Одни из классических симптомов гастроэзофагальной рефлюксной болезни. И не фиброскопия должна подтверждать. Почему? Потому что много пациентов, кто имеет ГЭРХ, не имеет эндоскопических изменений, а клиническая картина. Ну и последняя связь с физической нагрузкой. Очень хорошо дифференцировать психогенный кашель и бронхиальную астму. Пациент с психогенным кашлем при физической нагрузке будет кашлять меньше. Пациент с бронхиальной астмой кашель будет усиливаться. Теперь, существует такой клинический синдром, как бронхообструктивный, который наблюдается при хозлах у взрослых, при бронхиальной астме, при обструктивном бронхите, там, при бронхиолите, ну, в меньшей степени может. Какие характеристики этого кашля? Допустим, кашель сухой или влажный, малопродуктивный. Как понять эту фразу? Если пациент кашляет 4 недели, и постоянно мама говорит, кашляет полным ртом, много мокроты, это не бронхообструкция. Потому что при бронхообструкции происходит спазм или отек, внизу скапливается мокрота, и выкашлять много мокроты пациент через суженный просвет дыхательных путей не может. Далее, как я сказал, для бронхообструкции характерен ночной или утренний кашель. Если нет и утреннего, и ночного, вероятность того же бронхиальной астмы или бронхообструкции низкая. Ну и кашель по течению хронический больше 4 недель. И последний пункт – это усиление кашля при физической нагрузке. Вот сейчас у меня здоровые легкие, бронхи, я здоровый, я не кашляю. Если кто-то из нас имел бронхит там, или, не знаю, любое другое заболевание нижних дыхательных путей, вы делаете вдох, это провоцирует кашель. Соответственно, человек, который делает физическую нагрузку, если у него есть патология нижних дыхательных путей, будет кашлять больше. Какие же особенности кашля бывают при синдроме затекания слизи? Он называется post-nasal drip синдром, то есть слизь в носоглотке при синуситах, там, аденоидитах, при гипертрофейденоидах, стекает назад, раздражает, и пациент кашляет. Когда она будет раздражать? Когда он больше ложится. Поэтому в горизонтальном положении или ночью этот кашель будет всегда у пациента усиливаться. Он часто будет влажный,
он очень часто ассоциируется с заложенностью носа. А как мы проверяем заложенность носа у пациента? Первое, у пациента с выраженной заложенностью носа будет изменение голоса, назвал voice гнусавый голос. Второе, мы просто закрываем пальцы и просим пациента подышать. Только помните, если вы проведете эксперимент сейчас, подышите право-лево, вы увидите, что одна ноздря у вас дышит лучше, вторая хуже. Это физиологичный момент, они не должны дышать одинаково. Может также возникать периодически рвота по утрам. Почему? Спал ребенок спокойно, скопилась слизь, поднимается, делает вдох, слизь носоглотки стекает до уровня гортани, и у пациента возникает рвота с кашлем. Для чего? Для того, чтобы профилактировать попадение слизи ниже уровня гортани. Слезы. Этому пациенту был ошибочно поставлен диагноз коклюш. Почему ошибочно? При коклюше пациент никогда не будет выталкивать голову так вперед. При коклюше пациент наклоняет голову вниз. То есть по положению вот этого лица вы понимаете, что слизь стекает с носоглотки. То есть одно движение. В книгах это описать невозможно. Это можно только увидеть на практике. Запомнили, да? При коклюше будет наклон вперед. И одна особенность. Многие больные при коклюше стараются прикрыть рот. Почему так неизвестно, но так стараются сделать. Теперь. И вот критерии коклюша для сравнения. Длительность кашля 3 недели-2 месяца. Почему минимальный срок я написал примерно 3 недели? Это не абсолютная цифра. Очень редко мы можем поставить коклюш, если пациент имеет заболевание 10 дней. Когда мы можем поставить? Допустим, в одной семье двое детей. Младший ребенок или старший болеет коклюшем, я уже знаю, и тут мама приводит ко мне ребенка, который имеет кашель 7 дней, я не вижу других причин, я могу, вероятно, думать, что это коклюш. Если же это первичный пациент, то для того, чтобы понять, что у него коклюш, надо, чтобы он кашлял около 2-3 недель. Теперь, кашель всегда приступообразный с репризами, но это при классических формах. При наличии вакцинации, при наличии антибиотикотерапии, в современной медицине классические приступы кашля встречаются не так часто. Но самое неприятное, что при классических приступах тоже возникают ошибки у врачей. Почему? Потому что не каждый раз, закончив институт, увидели вживую коклюшный кашель. А я, точно говоря, после 6 лет, хотя учился неплохо, не видел, уже когда начал работать. Потом, может быть повторяющаяся рвота, допустим, кашляет ребенок 4 недели, и мамы спрашиваем, у вас ребенок рвал? Да, была рвота, когда? Первый день заболевания, не коклюш. Или мама говорит, да, рвал, понедельник рвал, там, четверг, на следующей неделе еще. То есть, видите, периодичность как рвоты при кашле есть. Гиперемия лица, слезотечение, наклон головы вперед при приступе кашля и выделение стекловидной мокроты – это в классических вариантах. Сейчас практически этого мы не видим. Ну и давайте посмотрим видео. Видите ремную ямку? Обратите внимание на ремную ямку. Вот сейчас увидите. Выделение мокроты. Какой диагноз, как вы думаете? Сейчас подождем, пока закончится приступ. Если репризы, то количество. Тут где-то их 15-18. И не зря обратила внимание ваше на ремку и ямку. Когда он кашляет, у него возникает западение ремной ямки. Это одышка. Поражение легких у него около 80%. Вы знаете, муковисцидоз или цистик фиброзис. Это такое заболевание с высокой летальностью, с очень короткой жизнью у нас, почему-то, что очень длительное лечение. И почему это не коклюш? Очень похоже. А потому что, когда ребенок кашляет, вы видите, почему я знаю, что он привык к такому кашлю? Он не хватает, не закрывает лицо. Да, он наклоняется, он спокойно садится, видите, то есть это показывает о том, что такие приступы, ой-ой-ой, уже сколько лет продолжается. Второе, мы по нему видим признаки. Пока он одет, шейка, детки с муковисцидозом имеют кукольное лицо. Полненькие щечки красивые. Только ты раздел, ты видишь кахексию. И вот по грудной клетке видно, что у него полностью отсутствует мышечная масса. Поэтому лицо бывает обманчато. Куколки имеют полненькое личко, а тут худенькое.
Дальше. Ну и вот вам уже классический вариант. Вот классический вариант кокоша. Репризы. Наклоны вперед, ручка закрывается. Посмотрите на слезки. Видите? И язык при коклюше сворачивается в трубочку. В трубочку обычно язык сворачивается, если у пациента коклюш, если повышенный рвотный рефлекс и инородные тела бывают. То есть не так часто. Вот когда попробуйте дома покашлять, попробуйте во время кашля свернуть язык в трубочку, не получится. Ну и слезотечение является одним из важных достоверных моментов. То есть вот это классический коклюш средней степени тяжести. То есть видите, клиника похожа, трех кашлей, но однозначно можно поставить диагноз. В момент приступа коклюша остановить кашель вы не можете. Вы только должны успокаивать пациента, а не так, как многие родители, прыгать, бегать и создавать истерику. Потому что ребенок тоже пугается поведения родителей. Ну и не забывайте, что коклюш бывает и у взрослых. Снимаю боком специально, чтобы была этичность, взрослая женщина. Момент кашля, вдох носом позволяет облегчить, но это может делать только взрослый. То есть молодая девушка прошла бронхоскопию, по-моему, один или два раза, то есть лечила какое-то непонятное заболевание, хозл, при этом она не курила и не докурилась еще такого возраста. Просто взрослые врачи иногда забывают, что взрослые могут тоже болеть коклюшем. И сейчас считается, что около 30% всего коклюша – это удел взрослых и пожилых пациентов. Но клиника немножко не классическая. И у этой девушки не было контакта с ребенком. Потому что когда ребенок болеет коклюш, заболевает мама, легко поставить диагноз. Ну и вот еще один вариант кашля. Остановись. Попробуйте себя при коклюше, сказал остановись. Ну, всегда мы видели психогенный кашель или habit cough, еще называют его привычный кашель, достаточно распространенный. То есть у нас в Украине очень много. И, скажем так, мы первыми в Виннице начали заниматься этим психогенным кашлем, потому что до этого почти все пациенты имели диагноз бронхиальную астму, неконтролируемую, которая ничем не лечилась, и они долго и нудно использовали ингаляторы. Здесь нужна психологическая помощь, дети достаточно благодарно лечатся, и помните одну вещь. Что такое ребенок? Это ребенок – это маленький попугай, который копирует своих родителей. Мы говорим так, если ты смотришь на собаку, и она злая, ты понимаешь, что хозяин тоже злой. Так же самое, когда ты смотришь на ребенка, ты понимаешь, очень часто проблемы вот таких психогенных расстройств у детей – это проблема семьи. Не смотрите на меня так. Дальше. Это психогенный ларингоспазм. Слышите? Как бы вроде стеноз гортани. То есть девочка обратилась с жалобами на рецидивирующие стенозы гортани. А если стеноз гортани рецидивирует, то значит это аллергия у наших коллег. Все, аллергия. Давай лечение, ингаляторные кортикостероиды и все остальное. Обращать внимание надо на то, что если у пациента есть стеноз гортани, у него будет что? И кашель ларингальный. У нее кашля нет, есть стеноз гортани только днем. Когда заставляет или учиться, или что-то делать. Когда девочка сидит, все хорошо. Второе. Достаточно мне ее отвлечь или сказать, посчитай до 10, расскажи стишочек. Раз, стеноз гортани исчезает, потому что она отвлекается. Так вот, видите, характеров кашля очень много. То есть иногда опытный специалист только по внешнему виду. Вот, допустим, по тому же психогенному кашлю. Только заходит ребенок в кабинет, и мы ставим диагноз, причем не только мы, и мои коллеги. А другой не понимает, как это так? А где дополнительное исследование? А где спирометрия? То есть, если иметь определенный клинический опыт, можно поставить диагноз только на основании внешнего вида и некоторых движений пациента. Теперь, как же мы оцениваем респираторную систему? Начало оценки респираторной системы не заключается в аускультации. Это должен быть последний метод обследования. Вначале мы всегда оцениваем физическое развитие пациента.
И если мы видим пациента с муковисцидозом, то у него будет задержка физического развития. О чем это? Отставание массы, меньшей степени длины или роста. Если мы видим какую-то тяжелейшую патологию, порог развития легких, мы увидим задержку физического развития. Если ребенок имеет комбинированный порог сердца, однозначно он будет иметь задержку физического развития, и даже прогнозируемый рост у него будет ниже, чем положено. Потому что гипоксия. Дальше. Психомоторное развитие и соответствие возрасту. Тут интересная вещь в пульмонологии. Есть диагнозы, при которых дети имеют умственное или психомоторное развитие выше. Вот любой пациент с муковисцидозом – это интеллектуальные дети. У нас детки, которые в области есть, к сожалению, которые погибали, очень красиво рисовали. Есть детки, которые, девочки, писали стихи, даже издавали. Очень красивые стихи, у меня сохраняются книжки этих детей. То есть они как-то вот имеют не то что ущербность, а вот проблему с физическим развитием, зато уровень интеллекта очень высокий. Есть детки, которые хорошо занимаются программированием. Дальше, двигательная активность ребенка. Если пациент имеет тяжелейшие хронические заболевания дыхательных путей, он будет более пассивный. Но если ребенок бегает, прыгает, вы будете видеть сегодня видеоролики, готов станцевать вам, не знаю, ламбаду, и при этом ему ставится диагноз пневмония, это абсурд. Потому что пневмония – это болезнь инфекционная, синдром интоксикации, и тут ребенок бегает, улыбается. И вообще даже хочу сказать вам, дети, они более честные, поэтому по внешнему виду, по улыбке пациента вы четко можете сказать, у него есть интоксикация или нет. Можно ли сказать про интоксикацию мою, если я захочу ее сымитировать? Я могу сделать такое лицо, как мы говорим, умирающий лебедь, что вы не поймете, я вас обманываю или нет. Потом, цвет кожи и видимых слизистых оболочек оценивается. Мы ищем в первую очередь наличие цианоза. Бледность не характерна для респираторных заболеваний, цианоз в основном. Потом, мы оценим характер дыхания. Нам важна частота, глубина и ритмичность. Особенно частота. Наличие отсутствия клинических симптомов отдышки. А тут надо понимать, что если есть тахипноя, это увеличение частоты дыхания. Вот я сейчас говорю, я дышу чаще, если присел спокойно. Это тахипноя физиологическая. А есть отдышка. А отдышка – это клинический синдром, который в себя включает изменение частоты дыхания, глубины ритма и участие вспомогательной мускулатуры. И тот мальчик с муковисцидозом, который мы видели, у которого было западение яремной ямки, это что? Это признак отдышки. Хотя частота дыхания у него может быть не изменена, он уже адаптировался к этой гипоксии, но движение в яремной ямке – это признак наличия отдышки хронической. Теперь, что такое признаки хронического поражения дыхательных путей? В первую очередь это барабанные палочки, во вторую очередь это деформация грудной клетки. И важно понимать, что деформация грудной клетки, вот эта бочкообразная грудная клетка, чаще встречается у детей во много раз, чем у взрослых пациентов. Признаки наличия боли оцениваем не по крику ребенка, а по мимике и поведению. Вот что включает в себя признаки эмфиземы грудной клетки. Классически мы преподаем одно, что это увеличение переднего заднего размера. Но эта картинка, эта фотография, она включает в себя такие признаки. Смотрите вот на меня. То есть, если пациент имеет эмфизематозную грудную клетку, его плечи идут вверх, возникает что? Внешний вид короткой шеи. Подняли вверх, вперед, да? И увеличение переднего заднего размера. И также дети с эмфиземой имеют хорошо развитую стернокрейдомастоидус. И многие пациенты с астмой нелеченной, который имеет эмфизему, когда он стоит в рубашке, он ходит, отстает внешний вид, как будто он спортсмен. Качок на самом деле – это признаки именно эмфиземы. Итак, плечи вверх, плечи вперед, увеличение переднего и заднего размера и хорошая контурация стернокрейдомастоидус. И вот тут, это книжка, вот тут очень хорошо видно, что пары стернокрейдомастоидус развиты. Какие могут быть виды отдышки? Их три основных. Это инспираторная, экспираторная и смешанная. Инспираторная – это проблемы на уровне верхних дыхательных путей. Обычно это стенозирующий ларинготрахит или стеноз гортани. Второе – это экспираторный тип. Это проблемы на уровне мелких бронхов, когда человеку тяжело выдохнуть. И смешанный тип – это когда вот есть легкие, и вдруг в каком-то участке выпадает пару сегментов из дыхания или доля. И что надо человеку делать? Просто чаще дышать. Но это все теория. Как же различить эти три вида одышки? Если у пациента есть инспираторная одышка, он дышит так, смотрите на меня. То есть, если вы видите сбоку, у меня работает плечевой пояс, диафрагма не работает. Увидели, да?
Поэтому инспираторная одышка, вы это все увидите на видео, будет делать вот так. Если пациент экспираторную одышку имеет, вспомните, как садятся пациенты. Они садятся в положение трилистника, подняли плечи, и чем дышат? Диафрагма. Но я так не могу животом сделать. Но вы это сейчас посмотрите все. И смешанная одышка проявляется тем, что у пациента увеличится частота дыхания и идет контурация межреберных промежутков. Поэтому, когда мы раздеваем пациента, ребенка, я повторюсь, и видим на расстоянии через 3 метра, как он дышит, мы четко можем предположить, какой тип одышки. И если это экспираторная одышка, то это говорит против пневмонии. Даже если у нее температура 39. Если это инспираторная одышка, это тоже говорит против пневмонии, это говорит о поражении гортани. И таким образом я, как врач, жонглирую симптомами и в течение 2-3 минут должен поставить диагноз. Вот описание этих видов одышки. Смотрите, если у нас есть инспираторная, бывает стридор, затрудненный вдох. Визинг отсутствует. А что такое визинг? Визинг – это движение. Для чего характерно? Оно характерно для экспираторных типа, и характерно и для бронхиолита, и бронхиальной астмы, для вируса индуцированного визинга, ну и для хозел у взрослых пациентов. То есть на основании такой таблицы мы можем дифференцировать. Теперь смотрите, вот параметр такой, показатель. Степень участия дыхания мышц плечевого пояса. Мышцы плечевого пояса активно дышат у пациентов со стенозом гортани, одышкой инспираторной, и с психогенными нарушениями дыхания. А вот диафрагма принимает активное участие при экспираторном типе. Если предположить, ему тяжелее сделать вдох. Вот это инспираторный стридор, то есть стенозирующий ларинготрахеит второй степени. Он компенсирован второй степени. Вот такой стенозирующий ларинготрахеит лечится благодарно ингаляциями кортикостероидов без единого укола. 3-4 ингаляции в течение дня в больших дозах, и все проходит. Хотя раньше, опять же, мы проводили лечение более интенсивно, там капельницы, уколы. Сейчас мы отошли от этого. Теперь вы увидите одышку маленького ребенка. То есть, слышите, инспираторный компонент удлинен, да? Диафрагма не сдувается, контурируются межреберные мышцы, шейка короткая. В данном случае это постинтубационный стеноз гортани. То есть, когда ребенка коллеги, анестезиологи, реаниматологи спасли, он находился длительный период на интубации, удаляется интубационная трубка, и через какой-то промежуток времени возникает механический стеноз гортани, который дает вот такую вот клинику. Да? Ждется, и оно проходит самостоятельно. Постинтубационный стеноз. Ну и теперь обратите внимание на это видео. Ребенок сидит боком, посмотрите на участие живота. То, что я вам показывал, экспираторная одышка. Видите, да? Вот это пациент, который имел обструктивный бронхит. В последующем у этого пациента, мы наблюдали многие годы, сформировалась бронхиальная астма. Почему сформировалась? Это генетическая особенность. Почему астма не обструктивный бронхит? Потому что когда у ребенка больше было 3 эпизодов обструкции безвирусной инфекции в течение 1 года, это уже стало рассматриваться как астма. И в дальнейшем, когда он перешел 5-летний срок, у него осталась бронхиальная астма, это еще раз подтвердило правильность диагноза. Но опять же, это не пневмония. Поэтому чем больше вы видите участие диафрагмы в акте дыхания, тем более это говорит, что это обструктивный синдром, экспираторная дышка, тем более это говорит, что это против пневмонии. Вот маленький ребенок, услышите визинг сейчас, на выдохе, да? Диафрагма сильно работает. Посмотрите на крылья носа. Посмотрите на грустное лицо. Потому что ребенок находится в гипоксии, тяжело ему дышать. А помните, ну по физиологии говорят так, что человек боится 2 вещей больше всего. Страх. Это боли в сердце при инфаркте или стенокардии тяжелой. И второе, это страх удушья. Вот этот ребенок такой внешний видит. Только проведен несколько ингаляций с альбутамола, состояние улучшается, ребенок начинает сразу улыбаться. Ну и вот очень интересная дышка. То есть ее вообще не видно, вы только видите, что сколиоз. Смотрите, какой уровень развития сосков, как они стоят. Диафрагма не участвует. То есть у ребенка компенсаторный сколиоз за счет левосторонней пневмонии, тотальной с плевритом, и ребенок дышит просто правым легким. Почему был диагноз пропущен в приемном отделении? Потому что традиционно
Когда нет времени, врач слушает как? Подними маечку, поднял руки. Как ты видишь так? Разные положения сосков? Никак, поэтому надо пациента раздевать. При осмотре грудной клетки, при оценке респираторной системы, надо, чтобы руки были у пациента опущены, не подняты, иначе ты этого не увидишь. И когда ребенок опустил руки, он был в шарфике, снял шарфик, ты сразу увидел у него сколиоз. Левосторонняя пневмония с плевритом. Ну и одышка при муковисцидозе. Вот это тот бедный ребенок, что вы видели. Смотрите, межреберные промежутки участвуют, диафрагма вообще не участвует. Если я вам показал этот снимок, 80% поражения легочной ткани. Ловите мысль. Большое поражение легочной ткани, диафрагма меньше двигается. Обструктивный синдром астмы, диафрагма движется больше. И видите, какое втяжение, да? Итак, увидели вы одышку, диагностировали. Определили, какой тип, инспираторный, экспираторный, смешанный, это поможет вам поставить диагноз. Следующий шаг, определить степень тяжести одышки. Ее три. У взрослых некоторая другая классификация, более сложная, у детей проще. Если я не вижу одышки в покое, но ребенок прошелся, потом я вижу, вот как у меня физиологическая одышка, это первая степень. Если пациент сидит в покое, и я вижу контурацию мышц, участие дополнительной мускулатуры в акте дыхания, это вторая степень. Если я вижу одышку у ребенка в покое, и плюс, или нарушение сознания, или нарушение речи, ребенок говорит «ма-ма» вот такими прерывистыми словами, или у ребенка есть цианоз, это третья степень дыхательной недостаточности, которая нуждается кислородной терапии и более активной помощи. Что важно понимать? Существуют также градации различные, но это уже более для профессионалов. Есть внезапное появление одышки, есть появление постепенное. Что характерно? Если кто-то думает, что бронхиальная астма, это взял аллерген, увидел, вдохнул и начинает задыхаться до такой степени, что падает, то это не бронхиальная астма. Все-таки при бронхиальной астме одышка развивается несколько часов в день-два, более пролонгированно. То же самое, это отек легко дает, уже пневмония. Вот коллега говорит, ой, у пациента одышка, и ребенка ДН3, вчера ее не было. Была, она не могла так развиться, просто ее не увидели, это другой момент. А вот что начинается резко? Это пневмоторакс, достаточно часто бывает такое у детей, спонтанный пневмоторакс. Инородные тела дыхательных путей, очень частая причина у детей. Стенозирующий ларинготрахеит при инспираторной одышке, то, что мы видели, вот это вот. Аллергические отеки гортани квинки дают, действительно. И психогенная одышка, развитие истерический приступ или как хотите, но это суть одна и та же. А также тромбоэмболия легочной артерии, но это привожу как пример, потому что в педиатрии я такого не видел, это удел взрослых, пожилых обычно пациентов. Смотрите. Плечи. Молодец. Хороший мальчик. Психоэмоциональное расстройство бывает и у детей маленьких. Ну, понятно, до года нет, но 4-5 лет тоже может быть. Помните, дети тоже испытывают стресс. Особенно, если не очень хорошие врачи. Их колят, мучают, делают анализы кучами и тому подобное. Дети очень боятся этого. Ну, и вторая там родительская среда. И вот так ребенок ходит, одышка у него. Жалоба мамы, проверьте, нет ли у меня астмы. А я что говорил, помните, инспираторная одышка в плечи, но нет стридора. Нет стридора, если инспираторная одышка, проблема где? Над уровнем гортани. Поэтому невозможно выучить клиническую медицину без знаний анатомии, физиологии и вообще логики. Видите, как плечевой пояс ходит? При астме такого не будет. При астме, если есть обострение, одышка поднял плечи и зафиксировал. А у него слишком активное участие плечевого пояса. Тоже эмоциональная одышка. Эту вот одышку называют в медицине гипервентиляционный синдром. Она была описана как синдром Дакоста еще во времена Первой мировой войны. Запишите, почитайте интересную информацию. Дакоста. Два слова. Что я сделал? Смотрите, я заставил пациента открыть рот и держать. Для чего это сделал? Как вы думаете? Сколько может я держать? То есть пациент имеет гипервентиляционный синдром. Долгие годы лечил бронхиальную астму неконтролируемо. Одни ингаляторы, один аллерголог плохой, второй аллерголог плохой, третий плохой. Но при психоэмоциональных нарушениях важно пациента отключать. Когда ты попросил его открыть рот и высунуть язык, вот сейчас не надо показывать, но домой придете, станете перезелкать, вытяните максимальный язык и попробуйте в этот момент позадыхаться. Будет вам очень сложно. Хотя кто-то может и сделает, но навряд ли. Ну и вот еще дыхательная недостаточная одышка, смотрите.
Девочка лежит, подросток, в отделении интенсивной терапии, поступила по скорой помощи с тяжелым приступом одышки, но при осмотре какой-то непонятный тип одышки. Анализы нормальные, снимки нормальные, температуры нет, ничего нету. И если стоишь вот так вот из ребенка, она дышит тяжело, но ты стоишь минута, две, три, четыре, она устает. Ты отвлекаешься, она чуть-чуть успокаивается. Ты поворачиваешься обратно, опять отдышка начинает. То есть это острый, ну, невротический, не знаю, истерический приступ у ребенка, стресс какой-то тяжелый был. Это, ну, мы не можем обсуждать эти вопросы, но понятно. То есть это психогенная отдышка. То есть даже такой тяжелой степени может быть. Даже ребенок может посинеть, потерять сознание. А вот при одышке в результате астмы пациент навряд ли потеряет сознание. Мы дошли до пальпации. В общем, мы насмотрелись на пациента, наслушались анамнеза. Мы должны что-то пропальпировать, проперкутировать. Что нас интересует при оценке респираторной системы? Голосовое дрожание. Петенджера, симптом Крейнига, поля и все остальное мы меряем всем, кому надо, не надо. Пока студенты, когда врачи, наверное, не меряем, надеюсь. Но, а вот голосовое дрожание не проверяют. А у детей это вообще элементарная вещь. Потому что голосовое дрожание проверить у взрослого с мышечной массой, с большой подкожно-жировой клетчаткой, взрослая женщина может стесняться, то ребенок маленький, он худенький, даже если он полненький, у него все прилежит, он начинает еще кричать, и в момент крика голосовое дрожание тоже может проявляться. Не надо всегда говорить там чашка чая или там что, хотя в мире говорят 99-99, чашка чая, то есть невозможно, по-моему, на английском пронести, чтобы был звук чая. Да, не похоже. Теперь оценим обязательно объем дыхательных движений обоих половины грудной клетки. Для этого надо раздеть пациента. И визуально ты можешь оценить. Вот видели ребенка с перекосом. Ясное дело, что у него правая часть грудная клетка принимала более активное вдыхание, левая нет. Дальше. Наличие болезненности при пальпации. Ну, мы не будем раздевать пациентов, вот как учат. Вот так. Так, если я сделаю, будет больно даже нам. Пальпируется аккуратно в межреберных промежуток и ставятся пальцы только межреберным. Не вот так. Не вот так, а вот так. Понятно? Поэтому при таком пальпации пальпировать двумя пальцами. Потому что, ну вот, когда у кого будет сомнение, подойдете ко мне после лекции, я надавлю вам одним пальцем, и вы почувствуете боль даже здорового человека. Дальше. Пальпация положения трахеи. Проверяется ли одним-двумя пальцами, но только у пациента старшего возраста и взрослых. Потому что глупо проверять у новорожденного, у меня мой палец размера будет больше, чем яремная ямка. Для чего важно это проверять? Трахея имеет подвижность. Она в норме чуть отклонена, но если у пациента есть, допустим, напряженный пневмоторакс, что будет с трахеей? Будет смещаться. У пациента есть коллапс легкого, что будет с трахеей? Смодаться. Если у пациента будет большой очень плеврит на всю грудную клетку, тоже будет смещение трахеи. То есть положение трахеи позволяет выявить кардинальные изменения у пациента с тяжелым состоянием. Не надо мерить трахею каждому пробегающему пациенту или пациенту, кто пришел на вакцинацию. То есть не надо это все проверять, но когда у вас есть пациент в тяжелом состоянии, вы обязаны проверить все симптомы. Резистентность грудной клетки мы проверяем просто надавливанием, и тут закрыта одна фишка. Вот говорят, резистентность грудной клетки. Если вы почитаете много литературы, написано, резистентность грудной клетки снижена у пациента с рахитом. Ну, надеюсь, читали. Задается вопрос, я меряю мою резистентность, и вот коллеги, нет, я меряю право-лево. Скажите, при рахите справа-слева будет разница? Нет, резистентность будет меняться, если удалить легкое. А это редкий случай у пациента, если, допустим, грудная клетка у пациента, есть переломанные ребра, и ты ему надавливаешь, что сделает нормальный человек? Сожмет мышцы, чтобы профилактировать движение твое. Поле уменьшается, да? Будет повышенная резистентность. Этим ты позволяешь. И даже люди, которые имеют повышенную чувствительность, там щекотка, ты в разных местах нажимаешь, он вызывает резистентность. Поэтому это очень скользкий момент диагностики, ну, такой вот, на грани помогает или можно вообще не проверять его. Ну и пальпация лимфатических узлов. Помним, что еще когда-то при перкуссии у нас была пальпация лимфатических узлов. Помните там, который увеличен внутри грудной клетки? Сейчас этого мы не видим. Сейчас у нас есть КТ, рентгенография. Хотя если мы будем ждать 3-4 года, мы можем увеличить этот объем, но нам важно поставить раньше диагноз. Поэтому перкуссия увеличенных лимфоузлов внутри грудной клетки – это сомнительно, даже если это при туберкулезе. Потому что мы сейчас должны ставить туберкулез намного раньше, чем он покажет очень сильные клинические симптомы. Теперь, как проводится голосовое дрожание? Вы видите, спереди, сзади, с боков, все.
Что делает пациент? Говорит что-то, если этот ребенок кричит, если даже ребенок просто маленький играется, поет, разговаривает, не надо его в 4 года просить, скажи, чашка чая. Он тебе говорит, и ты уже определяешь голосовое дрожание. И вибрация, голос возникает в гортани, вибрация передается по бронхам на грудную клетку, на мои руки. И если у пациента есть долевое поражение, там, или целое легкое поражено пневмонией, будет усиление. Если у пациента есть плеврит, получается между моей рукой и созданием, местом создания голоса возникает что жидкость, значит голосовое дрожание будет уменьшаться. То есть не надо зубрить медицину, надо понимать логику. Теперь самый важный момент все-таки. Ну, перкуссия, вы поняли, укорочение, притупление звука – это важный момент. По аускультации. Когда-то аускультацию изучали вот так, и меня учили в институте аускультацию так. Брал преподаватель, прекрасный мой коллега, ставил, говорил. Слышишь это? Да, это крепитация. Понял? Ну, я же не дурак сказать, что не понял. Потому что если все 9 моих девушек, однокурсниц, говорят, поняли, а я скажу, не понял, один раз, второй раз я получили плохую оценку, или я буду плохо выглядеть перед коллегами. Поэтому да, как болванчик, да. А потом вышел, понял? Не понял. Поэтому, в принципе, надо понять логику проведения аскультации, где у вас есть 3 последовательных этапа. Первый этап – вы определяете тип дыхания. Это называется основные дыхательные шумы. Вот по аналогии с тонами сердца. Каждый из нас имеет тоны сердца. Первый, второй. Но не каждый имеет шум. Шум – это дополнительные шумы в сердце. Тоны сердца – это обязательные. Поэтому каждый живой человек имеет тип дыхания. Второе – это выявить, есть ли какие-то дополнительные феномены. То есть есть тип дыхания, и в этот момент что-то шкрабает. Это дополнительно. И третий момент – где находится, в какую фазу дыхательного цикла эти дополнительные шумы? Момент вдоха или момент выдоха? А в кардиологии? Или в систолу, или в диастолу, или там и там. Поэтому по современной классификации выделяют такие типы дыхания в норме. Визикулярное, трахеальное или физиологическое бронхиальное. Почему назвали трахеальное? Потому что возникает над уровнем трахеи. Там помните, где мы уставили стетоскоп? И бронховизикулярное. 3 типа. Что сейчас в мире идет? С 2015 года в мире пытается слово визикулярное заменить на слово нормальное. Почему? Потому что идея Лаенека, который описал это, и он думал, что оно возникает в визикулах, оно там не возникает. Дыхание возникает только вот здесь. А дальше оно просто проводится на грудную клетку. В патологии бывает ослабленное, бронхиальное, бронховизикулярное с удлиненным выдохом и бывает отсутствие дыхания. Все. Вот это то, что основное мы можем диагностировать. Другого, в принципе, ничего нет. И сейчас мы давайте по этапам попробуем разобрать эти типы дыхания. Но в патологии вот это чаще бывает уже красненькое. Как дышит человек? Основная дыхательная мышца – это диафрагма. На моей практике, было ли больше 10 лет назад, у меня был пациент с таким диагнозом, к которому поставили амиотрофия Вернике-Гофмана. Но что-то я покопался, но было не похоже. Оказалось, это синдром Кульберга-Веллендера. То есть у ребенка, этот ребенок погиб, к сожалению, в какой-то момент возникает остановка дыхательной мускулатуры, в первую очередь диафрагмы, и он погибает. И такой ребенок поступил ко мне в отделение, я увидел пневмонию, написал лечение правильно, не успела дойти домой, мне коллеги звонят, он в реанимации на интубации. Как? Я же посмотрел этого пациента, я не мог ошибиться. Ну, знаете, врач всегда переживает, возвращаясь туда, действительно интубация, ребенок в агонирующем состоянии. Как? Только что. Такого не бывает. И потом в дальнейшем с помощью коллег-невропатологов установили, и это у пациента в какой-то определенный момент, в данный момент была пневмония, просто возникает выключение диафрагмы из дыхания. А дышать за счет межреберной мускулатуры пациент не может. Этого ребенка мы вывели с реанимации, он пролечился. И потом, когда он ушел домой, через какое-то время он заснул и не проснулся. Просто вот так вот. То есть таких синдромов редко бывает, на моей практике был один. Ну, очень как бы неприятный. Поэтому, когда диафрагма, смотрите, сокращается, возникает что? Вдох. Видите, да? Сокращение, увеличение грудной клетки. Расслабление, уменьшение грудной клетки. Поэтому у нас с вами есть такое. Вдох, выдох и пауза. 3 момента дыхания. По-другому нельзя. Просто дышать бесконечно вы не можете, выдыхать бесконечно не можете, и без паузы вы тоже не можете.
Как оценивать дыхательный цикл? Это по физиологии. У нас есть фаза вдоха, фаза выдоха. Всегда фаза выдоха дольше. Вдох активней, выдох пассивный. Вот я дышу. Спокойно выдохнул. Попробуйте дышать долго наоборот. Выдох длительный, выдох короткий. Вы не сможете так долго дышать. Вот это физиология. Теперь, что важно для меня, когда я оцениваю дыхательные шумы? Насколько я слышу вдох, я слышу его всегда весь. А вот насколько изменяется слышимость выдоха, это и определяет тип дыхания. Уловили? Если я слышу весь вдох и одну треть выдоха, это будет везикулярно. Если я слышу весь вдох, весь выдох, это будет бронховезикулярно. Если я слышу вдох и выдох, и между ними пауза, это будет бронхиальный тип дыхания. То есть тип дыхания определяется, насколько я слышу выдох. Два момента. Продолжим. Итак, что такое везикулярное дыхание? Ну, читая отечественную литературу, мы все вышли отсюда, это правильно все было, хорошо. Везикулярное дыхание напоминает букву «Ф». Попробовал объяснить иностранным студентам. Ну, коллеги, вот, которые владеют языком, они понимают, что это невозможно. Поэтому в иностранной литературе мы нашли такой момент. Везикулярное дыхание, весь вдох, максимум 1 треть выдоха. Важное, что оно равно справа и слева. Потому что везикулярное дыхание – это дыхание, которое выслушивается на здоровыми легкими раз. Мы слышим всю фазу вдоха и максимум 1 треть выдоха 2. Симметричное на обоих участках. Но нельзя сравнивать тут дыхание везикулярное и тут. Тут легочной дуаль. Мы должны только на симметричных участках. Но если вы послушаете здорового пациента вверху и внизу грудной клетки, оно будет чуть-чуть разным. А вот если тут и тут, практически одинаково. Иногда возникает такой тип дыхания везикулярно, когда вы слышите только вдох. У кого это бывает? У пациентов бодибилдеров, у пациентов с ожирением, у пациентов во сне. Люди во сне дышат тише, и обычно только вдох. И еще одна категория – это дети. Как дышит маленький ребенок 3-5 лет? Подышим, он так… Взрослый может сказать, он сделает вдох. Вдох, выдох. А ребенок и дышит. И поэтому ты не будешь его слышать, но он есть, когда он закричит. Так вот, классический вариант, вот этот вариант, вот это встречается реже, и вот основные критерии, или пациенты, те, у кого может наблюдаться только фаза вдоха. Когда мы задавали этот вопрос коллегам, ну, на семинарах, ну, в разных регионах Украины, где, в каком отделе возникает везикулярное дыхание, большая часть, ну, процентов 90 врачей говорили в визикулах, потому что она визикулярная, лумаленек в визикулах, думает так, написано везде так. На самом деле оно возникает в гортань и трахее, то есть там, где возникают большие потоки воздуха, где возникает турбулентное движение. А вот турбулентное движение и создает определенный шум. Но в альвеолах оно никогда не будет. Что входит в понятие трахеальное дыхание? Синоним трахеальное дыхание или синоним физиологическое бронхиальное? Вдох, выдох. Где мы его выслушиваем? Тут, рукоятка грудины тут, и третий момент, третий, четвертый позвонок на спине. То есть там, где наиболее близко прилежит место возникновения шума, гортань и трахея, крупные бронхи. Если вы поставите стетоскоп себе на шее, вот здесь перед стернокледом мастоидус дома, и будете дышать вот так, вас учили это на пропедевтике, думаю, вы услышите вдох, выдох, паузу. Попробуйте подышать, вы все равно услышите вдох, выдох, паузу. Никогда вы не сможете дышать так, чтобы не услышать паузу. Потому что, если вы ставите стетоскоп рядом с тем местом, где возникает шум, вы легко ловите все звуки. Как понять этот пример? Берете два выстрела. Раз, два. И когда вы стоите на метров 100-500 от них, вы услышите два выстрела. Если вы отойдете на километра 2-3, кто-то стрельнет два выстрела, оно вам сливается, вы не поймете, оно или нет. Если у нас есть патология, может возникать так называемое бронхиальное патологическое дыхание, а иностранцы, чтобы не заниматься ерундой, говорят, трахеальное – это нормально, бронхиальное – это патология. Вы услышите этот же тип дыхания, весь вдох, выдох, но где? Не там, где оно должно быть. Оно может быть тут, тут и тут, а если вы слышите в других участках –
Это говорит о том, что у пациента поражена как минимум доля. Ни сегментарная, ни очаговая пневмония не будет давать такого. Только долевое поражение. Почему? Потому что нам нужны два правила для возникновения бронхиального дыхания. Проходимый крупный бронх, то есть звук возник гортани, сразу крупный бронх упирается в большую массу плотной ткани. А вы знаете, по плотной ткани звук передается дольше. Вот как по рельсам. Поезд идет, а вы уже слышите, приложив ухо, что он будет подходить сюда. И вот вам два варианта. Посмотрите. На левом снимке вы будете, у этого пациента было бронхиальное дыхание. На правом снимке, для меня, для вас это ослабленное дыхание. Поэтому кто берет вот такой, это сегментарный, полисегментарная пневмония, рентген и говорит, я слышу бронхиальное, маловероятно. Мало. Ну и на практике сейчас вы не так часто услышите бронхиальное дыхание, потому что все-таки у нас достаточно нормальный, хороший уровень медицины, оказание помощи, а вот в слабо развитых странах или в бедных семьях вы чаще можете увидеть или при поздней диагностике пневмонии. Общаясь, скажем так, с голландским профессором, лекцию которого я слушал по аускультации, то, о чем я вам говорю 2 года назад, он говорил, что там он абсцессы в легких там бывает в Голландии 1 раз в году. Представляете, на всю Голландию бронхиальное дыхание они почти не слышат. Он уже забыл, когда он слышал шум трения плеевры. И говорит, это ради бога, приезжайте к нам, пожалуйста. Почему? А он говорит, это плохо, доктор. Это у вас плохая уровень медицины, значит, если у вас есть много абсцессов легких. И он прав. Теперь, третий нормальный тип дыхания – это бронховизикулярное. Мы слышим вдох и выдох. Раньше его называли жестким. Но паузы нет. А почему нет паузы? Потому что шум по крупным бронхам идет ниже, он распадается на мелкие бронхи, и происходит исчезновение паузы. Вот то, что я сказал, 2 выстрела. Тут слышно, а чем дальше, 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 маленькие бронхи подавляют звуковой феномен, и вы просто не слышите между ними паузу. Но я всегда буду дышать с паузой. Отличие от визикулярного на глазах у вас. Ну и третий тип дыхания – это бронхиальное, то есть графически вы можете изобразить. Теперь, если мы проводим аускультацию пациента, очень часто мы у пациента, вот это классически, здесь видим бронхиальное, слышим, здесь слышим визикулярное. А у ребенка маленького, с тонкой грудной клеткой, у пациента астеника вы можете услышать бронховизикулярное дыхание везде. И многие коллеги-терапевты, которые привыкли слушать взрослых, слушают взрослых из мышечной массы, тут попросили провести аскультацию маленького ребенка, у вас дыхание жесткое, у вас патология. Тип дыхания – это еще не патология. И бронхиальное дыхание – это точно говорит о патологии. Бронховизикулярное дыхание может быть и в норме, и в патологии. Теперь, как происходит раздача шумов? Тип дыхания определяется продолжительностью выдоха. Насколько мы слышим выдоха, это будет говорить нам, какой тип дыхания. Визикулярное – 1/3, бронхиальное – все, бронховизикулярное – все. Исчезновение между паузы происходит по мере удаления нашего стетоскопа от места возникновения шума. Шум возникает здесь, чем слушаем дальше, тем пауза исчезает. Ну и жесткое дыхание. Я вам просто привожу примеры, это из учебников наших, как это описывается. И когда вы читаете жесткое дыхание, вы слышите грубый, как бы шероховатый шум. Я не знаю, я не могу понять, что это. Как я не могу понять, что такое мелкопузырчатые звучные хрипы. Что значит звучные? Вот я не могу физиологически это понять. Если почитать 2 момента, жесткое дыхание, и здесь вы почитаете, Пурильно написано, выслушивается не только вдох, а весь выдох. А если выслушивается не только весь выдох, то задается вопрос, а в чем между ними разница? Такое описание Пурильно и такого жесткого. Но если их склеить, это одно и то же. А не может быть 2 описания одного и того же феномена. Более того, мы говорили, что вот в Википедии, это большинство студентов, чтобы не парить себе мозги, залез, посмотрел, нашел, написал, сдал реферат, только убрал фамилии, чик, за 2 минуты ты готов. Так вот, если в Википедии вести пурильное дыхание, написано, в основе пурильного дыхания лежит колебание альвеол при дыхании. Думайтесь, физиологи вам скажут. В альвеолах почти нулевое движение воздуха. Там, где нулевое движение воздуха, звука нету. Альвеол – это конечный момент в респираторной системе. Вот я беру трубочку, тут дырка, тут закрыта. Тую. Будет звук? Да не будет звука, потому что тут нет выхода. Не может этого быть.
Дальше смотрите, к звуку колебания альвеолу примешивается больше звуков из бронхов. Если примешиваются звуки из бронхов, то это уже будет патологический тип дыхания. Поэтому описание физиологии никак не клеится. Звук не возникает в альвеолах, звук в здоровых бронхах не должен возникать. Звук возникает в трахее и гортани и дальше проводится на переднюю и заднюю грудную клетки, на боковую. Если ввели, вот мы вводили жесткое дыхание в Википедии, оно нас пыталось поправить. Возможно, вы имели в виду женское дыхание, потому что еще никто не написал жесткое, потому что, ну, не дошли мозги до этого. И я просто для себя поинтересовался, существовало ли жесткое дыхание где-то за рубежом. Ведь все-таки придумал уважаемый Рене Лайнек. Мы как бы скопировали, но почему-то при копировании оно стало нашим, как раньше говорили, своим велосипедом. Дорога, рельсы чуть-чуть разошлись, когда зашли в Россию, помните, стали шире. Везде одно, диаметр рельс, у нас чуть-чуть больше. Так, теперь, существует ли усиленное везикулярное дыхание? Оно описывается у нас в литературе, описывается коллегами, объясняется, что возникает у пациента при эмфиземе, не знаю, там при чем-то еще. Вопрос. Если у пациента с этой стороны дыхание будет ослаблено красненькое, то справа будет что? Усилено. Если справа усилено, то слева ослаблено. Это принцип весов. То что я ищу? Я ищу только ослабленное дыхание. Понятно? Поэтому не существует такого феномена, нужного для нас, для врачей, как усиленное везикулярное дыхание. Теперь, то же самое интересное коллизии по поводу так называемой оральной крепитации. У взрослых это не проводится обычно, только в вагинальных состояниях. У детей, у маленьких, особенно первые 3-5 лет, мы часто ставим стетоскоп возле рта. И мы слышим два варианта. Или визинг, вы слышали на видео, это легко. Сымитировать не могу, или слышите много булек. Бульканье, буль-буль. И вот это много булек и называли у нас крепитация оральная. Почему оральная? Потому что возле рта. И меня на каком-то этапе учили, если ты ставишь здесь и слышишь, то у пациента пневмония. Я так раньше думал. Это говорит или об обструктивном бронхите, или бронхиолите, но исключает пневмонию. Почему так? Потому что помните, когда нас учили крепитацию, фраза «крепитация, если возникает тут, она никуда не проводится», да? То почему она должна провестись в рот, если она тут никуда не проводится? А вот свистящие хрипы, в зависимости от сужения бронхов, оно будет давать. Поэтому я услышал у ребенка оральную крепитацию, будь то визинг или бульканье, я расслабился, начал пациента или бронхиолит, или обструктивный бронхит, или даже астма вначале, но не пневмония. Теперь факты о крепитации. Fine crackles – это международное название, мировое этих, или можно сказать так по-нашему, это мелкопузырчатые хрипы. Не передаются кротовой полости. Ни старый термин крепитация, ни современный термин мелкопузырчатые хрипы. Оральная крепитация – это не признак пневмонии. Это один из симптомов, показывающий о том, что вероятность пневмонии у ребенка очень низкая. То есть, возможно, ее вообще там нет. Теперь, что содержит в себе термин противоречия крепитации? Указано, что это возникает при пневмониях. А что такое пневмония? Это острое инфекционное заболевание, сопровождающееся преимущественным поражением альвеол с внутриальвеолярной эксудацией. Вот это определение пневмонии. То есть в альвеолах есть жидкость. И когда мы читаем определенную литературу, написано «очаговая пневмония, мелкопузырчатые звучные хрипы». Сегментарная или долевая пневмония будет крепитация. Индукс-редукс, помните, фаза. Пневмония – определение одно, правильно? Механизм один, лечение одно, патогенез одно. Почему разные шумы? Просто мы так воспринимаем эти шумы в результате нашей способности. Если бы шумы дали, нашли бы там собаку, которой хороший идеальный звук, слух, и дали ей стетоскоп, научили бы, она нашла бы совсем другое. Поэтому, раз пневмония определение одно и патогенез один, значит характерный шум должен быть один. Ну, просто возьмите себе за правило, это мелкопузырчатый хрип и точка. В каком месте дыхательной системы возникает крепитация? Ну, понятно. Помните, вот это меня учили вас, это разлипание, слипание альвеол. Не бывает. Берете шарик, ну, игрушечный, наливаете чуть воды, чтобы было воды. Пожмякайте его, попробуйте, чтобы оно разлипалось. Сделать, чтобы оно булькало, можно, но никакого разлипания не будет. Не будет этого. Возникает оно в другом месте. Так вот, давайте разберемся. Где возникает крепитация? Мы сказали, что у нас есть определенные шумы.
Это ламинарное движение, очень тихий воздух, вот я дышу. Вы же не слышите? И турбулентное, сильный шум. Все слышат. Почему? Да потому что просто поток воздуха сильнее и возникает сужение. А если я захочу засвистеть, я засвищу. А попробуйте, чтобы я засвистел с открытым ртом. Нет, не будет. Так вот, шум возникает при турбулентном движении воздуха, когда есть хаотичное движение воздуха, он убирается от стенки, вибрация, это создает звук. Это приняли факт. А что такое альвеолы? Альвеолы – это конечный этап респираторной системы. Это мешочек, в котором должен произойти газообмен между СО2 и оксигеном вниз. То есть между воздухом и средой жидкой. Что должно быть? Должно быть определенное давление. И второе, что должно быть? Медленное движение воздуха. А если там будет движение воздуха, оно не успеет пройти газообмен. Поэтому, опять же, проверив физиологию, вы найдете, что в альвеолах практически нулевое движение воздуха. Но мы же перед этим доказали, что только турбулентное движение воздуха вызывает шум. А нулевое движение воздуха не дает шум, как в космосе. Поэтому невозможно там никакого шума. Еще раз, у нас крепитация, ну, скажем так, не у нас, у пациента или человека, крепитация возникает в момент заполнения жидкостью альвеол или в момент освобождения жидкости из альвеол, а когда полностью жидкость нет, почему? Потому что конечная точка пораженного альвеола поднимается вверх. То есть альвеола здоровая, нет шума. Альвеола заполняется воздухом, появились мелкопузырчатые хрипы. Альвеола заполнилась жидкостью, хрипы исчезли. Происходит выздоровление, опять хрипы. То есть, грубо говоря, мелкопузырчатые хрипы при пневмониях возникают в мелких бронхиолах, а не в альвеолах. Там очень длительное объяснение, это надо рисовать, можно показывать видео. Просто воспримите это как факт, ну, мировой факт, не мой. Итак, дополнительные шумы. Что такое дополнительные шумы? Это что-то, что шумит помимо основных дыхательных шумов. Бывает у нас в основном это хрипы. И их разделили для простоты на сухие и влажные. Влажные делят на крупно и мелко. Не средне, не звучно, потому что это понять невозможно. Я так учил. Три стакана, три разных трубочки. Маленькая трубочка, мелкая, средняя, крупная. Пока один из студентов не спросил у меня: «О, а у меня вот трубочка, это какая?» Она туда не влазит. Поэтому 4-5. Поэтому между мелкими пузырьками и большими легко найти разницу. А между мелкими, очень мелкими, чуть-чуть средними – полный хаос. От уха человека не в состоянии этого разделить. Так же самое по хрипам. Если есть сужение, возникает свист. Мы его называем визис или визинг. Да? Если не свистит, хрипит. Это называется или басовые, или громкие, или грубые. Поэтому как я диагностирую в голове? Когда я слышу сухие хрипы, их легко отличить от влажных, я слышу. Они свистят или нет? Если они свистят, это визинг. Если они не свистят, это мы называем или херонхи, или сухие басовые. Поняли, да? Когда я слышу мелкопузырчатые хрипы, у меня в первый момент в голове, они мелкие? Если они не мелкие, значит они крупные. То есть не наоборот. Если наоборот думать, это будет немножко сложнее для логики. Ну и варианты хрипов надлегких. Вот оно по физиологии, по, скажем так, звукам. Низкочастотные, продолжительные. На английском варианте это coarse crackles, fine crackles, with in ronchi. То есть намного легче у нас гудящие, жужжащие, свистящие, звучные, незвучные, крупно, средне, мелкие. Поверьте, все идет по пути упрощения. Причем это идет не по пути от того, что взял, сделал проще, вот так легче. Потому что это математически рассчитывали. Я был на конгрессе в 2015 году, по-моему, где-то там за рубежом, уже не помню. И была целая сессия, посвященная аускультации легких. Целых там 4 или 5 часов ведущие специалисты. И я снимал специально слайды. Вот этот Макьюсик, американский профессор знаменитый, который впервые, там, не знаю сколько там, 50 или 40 лет назад, когда появились компьютерные технологии, решил провести компьютерный анализ шумов, возникающих над грудной клеткой. И он пришел к мысли, что шум, возникающий при крепитации и мелкопузырчатых хрипах, одинаковый. Соответственно, это одно и то же. Просто крепитация, старый термин, это огромное поражение количества альвеол. Огромное поражение. А
просто мелкопузырчатый меньше. Допустим, берете 25 шариков и одновременно 25 шариков иголкой прокалываете. Один звук. Возьмите не 25, а 325 шариков. Звук будет другой, но механизм-то тоже. Просто шариков больше поражено больше. Вот такое примерно аналогия. Теперь, что важно? Ну, мы с коллегами, когда проводили вот эту работу по аускультации, думали, мы пытались нарисовать. И вот эти типы дыхания, вы их найдете на зарубежной литературе, в иностранных книжках многих авторов. Я вам потом покажу их. Но вы не найдете, чтобы кто-то начал располагать дыхательный шум, дополнительный шум, вот как точечки, в зависимости от типа. Оно у них написано, но графически мы это писали с коллегами первыми. Итак, я смотрю на вот этот... на эту картинку. Что я вижу? У пациента справа ослабленное везикулярное дыхание, понятно, и находятся мелкопузырчатые хрипы на вдохе. Что это? Или сегментарное, или очаговое, или долевая пневмония. Второй снимок. Я вижу у пациента, это спина, слева бронхиальное дыхание. А что я помню? Бронхиальное дыхание, поражение как минимум доли. И где находятся мелкопузырчатые хрипы? В конце вдоха. Долевая или тяжелая левосторонняя пневмония. Помните, крепитацию учили нас? Крепитация находится в конце вдоха. Вот то же самое. Это графическое изображение двух вариантов пневмонии. Далее. Шум трения плевры. Как он расположен? Он может возникать на фоне и долевой пневмонии, и сегментарной. Главное, что происходило захватывание плевры. Фибринозная, не жидкость. Если жидкость, не будет шума трения. Что мы видим? И на вдохе, и на выдохе. Как это происходит? Это происходит при дыхании грудной клетки. Контакт висцеральной или палитальной плевры. Вдох, выдох, вдох, выдох. Поэтому шум возникает и на вдохе, и на выдохе. Ну и раньше, если помните, учили нас. Если ты хочешь проверить, это шум, трение плевры или крепитация, нажми стетоскопом. Не нажмете. Ребра крепкие. Никак. Поэтому не нажимать надо. Просто что делать? Повернуть. И ты, большая часть плевры будет прилегать, ты услышишь усиление шума трения плевры, а мелкопузырчатые хрипы не поменяются. Второй момент. Ты можешь у взрослого пациента сымитировать. Пациент не дышит, а может подвигать грудной клеткой, шум трения плевры может оставаться, а мелкопузырчатый хрип, или, как помните, говорили, скрепитация не будет. Почему? А я же не дышу. Ну и классическая картина острого бронхита. Вдох-выдох. Почему происходит вот такая картина? Надо запомнить, что при бронхите поражаются крупные, средние, ну, может быть, часть мелких бронхов. Поэтому верхний отдел дыхательных путей здоровый, альвеолы здоровые, поражены бронхи, да? И что происходит? Бронх – это трубочка. В момент вдоха воздух проходит, жидкость испытывает сопротивление, буль-буль-буль на вдохе. В момент выдоха то же самое. И на картинке мы видим, и на вдохе, и на выдохе будет у пациента хрипы. Какая разница, сухие, влажные, не имеет значения. Главное, что на вдохе, на выдохе. И если я услышал хрипы и на вдохе, на выдохе, вероятность пневмонии минимальная. Потому что для пневмонии характерно должно быть только в конце вдоха или на вдохе. Бронхиальная астма или обструктивный бронхит. Поражены уже не все бронхи, а поражены на уровне ближе к альвеолам мелкие бронхи, там, где спадаются. И что происходит человеку? Альвеолы здоровые. Мне тяжелее не вдохнуть, а выдохнуть. Я дышу так. Экспираторный тип отдышки. То есть бронхо-визикулярное дыхание с экспираторным удлинением. И где находятся свистящие хрипы? На выдохе. Потому что наибольшее сопротивление. Мне надо напрячь диафрагму, чтобы вытолкнуть воздух из здоровых альвеол через суженные мелкие-мелкие бронхи. Ну и легко отличить бронхит, бронхиальная астма. Конечно, в медицине не всегда бывает все так, бывает много вариаций. Это мы говорим об азах, аускультации. И чем происходит отличие? Вот у нас говорит, я говорю астма, второй говорит бронхит. Я говорю пневмония, третий говорит астма. И спор рассчитается тем, у кого больше погонов, кто больше имеет звания, кто старше. Нет. Мы договорим, отличается типом дыхания. Бронхиальное дыхание для пневмонии, бронховизикулярное для этого. Отличается видом хрипов. Для пневмонии мелкопузырчатые. Для астмы, обструктивных бронхитов, или ронхи, или визинг и тому подобное. И третье, где находятся эти хрипы? Если они находятся на вдохе и на выдохе, вот это как при бронхиолите, там и вдох, и выдох, это все-таки поражение бронхов, это не воспаление. При бронхите
Все пишут, вот возьмите, споймайте 99% истории болезни карточек, жесткое дыхание. Вбили, выбить его будет невозможно, наверное, в десятки лет. Вот вам эти же типы дыхания, описанные в европейской англоязычной литературе. Тоже, коллеги, смотрите, пишут фаза inspiration, expiration. И вот они нарисовали то же самое практически, да? То есть смысл, логика в мире одинаково. Вот так расценивают. Если возьмете графическое изображение дыхательных шумов, введите в поисковиках на английском, вы найдете разные варианты вот такие же. Что такое физиологическая крепитация? А вот этого не учат, а вот это осталось. Хоп, услышали у ребенка мелкопузырчатые хрипы, пневмония. У маленьких детей этого не бывает, у взрослых, которые находятся в длительном горизонтальном положении, потом встают, часть дыхательной системы не участвует в дыхании, и происходит открытие или более активное участие в дыхании многой кучи альвеол, и у пациента возникает на короткий период мелкопузырчатые хрипы. Через какое-то время они исчезли. Но в этот момент кто-то может подойти послушать, он слышал, подходит потом 5 человек, говорит, не слышал. У них 2 варианта. Или он дурак, или, ну, наверное, потому что он один, бон. А нас 5, мы умные. Нет, они могли быть, это физиологическая крепитация. Такой термин, тоже поищите в интернете. Теперь, для скептиков, как, откуда шло. В 1819 году Рене Теофил Лайнек, там у него еще много имен есть, величайший доктор, открыл аускультацию. Была ли принята эта идея, теория, этот, ну, не знаю, революция в медицине, не было. У него на английском термине был шутка у студентов и коллег «стюпид», то есть дурак с палочкой. Потому что стетоскоп был похож на палочку, и все с него смеялись. Как бы он ни преподавал там, умер от туберкулеза, то есть от того заболевания. Почему изучал? Да потому что в те времена, когда он жил, наивысший уровень смертности был связан с туберкулезом. Я искал исторические данные и нашел, что около 70% людей, умиравших в Париже в эти годы, умирали от туберкулеза. То есть колоссальное было. И, соответственно, у него был материал для исследований. Тем более, многие врачи тогда проводили вскрытие. Так вот, умер он нищим, непризнанным, обхаянным. Ну, как в принципе, многие великие люди у нас в медицине в чем-то еще потом поняли. В 1985 году был международный симпониум по аускультации, который вел вот эту вот систему и убрал крепитацию. 2 года после этого они создали симпозиум и написали протокол. И современный протокол по дыхательным шумам написан в 1908 году. В этом году исполняется 31 год, поэтому теоретически остаем на 31 год, даже в элементах просто клинического обследования пациента. В 93-м, и мне посчастливилось вот в Амстердаме, в 2015-м конгрессе, и услышать эту информацию, общаться с людьми, которыми это занимается. Ну, может, я в чем-то и горд, а может, и стыдно. На этой сессии я был один из Украины. То есть никому эта сессия не заинтересовала на этом конгрессе. Ну, а как же вообще происходит восприятие мировой информации? Не только и за границей, вы знаете, то же самое, и в постсоветском пространстве. Очень интересная публикация в журнале «Нефрология», 2009 год, том 13, написано. Ну, последовательно, то есть коллеги, вот 2 автора описали ход и применение перкуссии аускультации на территории России тогда. Ну, Украины не было, Россия. Что написано? Г.И. Сокольский написал книгу «Учение о грудных болезнях» в 1838 году. Лайнек в 19 году описал, вероятно, человек владеет понятным языком, увидел, прочитал, попытался внедрить, написал книгу. Что получилось? Сокольский подвергся жесточайшей критике со стороны коллег по университету, пишены коллеги, которые, они считали, что перкуссия, аскультация и шарлатанство. А перкуссия вообще там в 1700-м чем-то году открыта. То есть, ну, для своих он шарлатан был. Суждение к крайней правдивости, прямолинейностью. Короче, в 1949 году, через 9 лет после опубликования книги, на радость многим его коллегам, был уволен из университета. Но прекрасно лечил людей в дальнейшем в Москве. Уволили. Сложный путь прошли 2 другие методы. Теоретический и практически данный метод вот перкуссии был недоступен, лишь Чаруковский безуспешно пытался применить его курсантам военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге, но вынужден был оставить свое новаторство. Ну, хватит. Вот такой этап проходит. Такое же самое прошло и аппарат Елизара, вы знаете. То есть, пока он не попал за рубеж, его не признали, а до этого он был изгой. Хотя человек сделал величайшее открытие
и толчок в плане травматологических операций. Интересные книги почитать за прошлые года. 1885 год, 95 год, книга «Верный путь к продлению жизни», то есть учебник по медицине. Кто мог написать в те времена учебник? Человек, имеющий высокое имя, большие деньги. Вы понимаете, учебник – это было тогда все. Потому уже однозначно это уважение коллеги, который написал эту книгу, потому что мог позволить. Но что нам написано? Перкуссия была открыта в таком-то году, в 1888 году. Жан Никарвизар, это врач Наполеона, имеющий связи, вы поняли, внедрил, и тогда, после того, когда сказал Карвизар, перкуссия – это круто, все начали его слушаться. Ну, кто попрет против Наполеона, его врача? В России перкуссию преподавал сразу с 1817 года, посмотрите, какой короткий срок, такой Уден профессор, ну, военно-медицинской академии, сразу же, буквально, чем меньше, чем 10 лет. Но она даже не появилась в этой книге. 1895 год. Представляете? 50 или 60 лет, сколько там? Карвизар, книга была переведена на русский только в 1961 году. Но это может говорить о двух вещах. Первое. Або никому не было интересно, або все медики знали французский язык. Ну, возможно, это было, но мы знаем, в 30-х и 50-х годах тех, кто хорошо знал французских, многих убрали по делу врачей. Аускультация была открыта в 1819. В данном учебнике ни одного слова ни про перкуссию, ни аускультацию. О чем это говорит? Не неплохой учебник. Система так работала, и длительность, сколько лет надо было, чтобы принять знания. Не проблема сейчас, там Украина, там все. То же самое всегда было в медицине. Как лечили пневмонию по данным рекомендациям? Очень просто. Если кто-то думает, что дать слабительное, ну лучше, правильно, лечили клизмами. Ну, пока не обезводится. И второй метод лечения был кровопускание. Когда надо было остановиться, закончить кровопускание по данной книге? Когда у пациента был пульс слабый. То есть у него половина легких не дышит, у него температура 45-8 дней, ему еще выпустить половине кровь, то, поверьте, надо задуматься, от чего мог погибнуть этот пациент. От пневмонии или от помощи? Ну и 87-й год, время изменений. К сожалению, вся медицинская информация воспринимается многие штыки. Всегда что-то кто-то скажет новаторство, и в медицине проходят определенные шаги. Какие шаги в медицине? Это с моих слов. Первое, все говорят, что за дурак вам это сказал? Проходит 5-10 лет, говорит, ну, может быть. А через 15 лет, а вы что, не знали это, а вы что, дурак? Вот так проходит все. Вот так воспринимается медицинская информация на мировых конгрессах. Это называется сессия про and con, то есть за и против. Выходит один коллега, выходит второй коллега, тут идет презентация, сидят врачи, имеют пульты, и один коллега доказывает, допустим. Хоп, вот я был, лично слушал. Грудное вскармливание 2 года – это не очень хорошо. Второй говорит, грудное вскармливание 2 года – хорошо. Первый – то, что хорошо. Отвечает, все согласны. После доклада второго у врачей интерактив смотрят, уже появляется сомнение. Но никто ни на кого не кричит, что ты плохой, там еще кто-то, ты болван. Люди обмениваются информацией уважительно. Вот то, что мы должны с вами делать. Даже если человек что-то не знает, это не повод оскорблять, это просто повод попытаться культурно за чашечкой чая найти общую точку прикосновения. Ну и опять же, что такое пропедевтика? В мире она не называется пропедевтика, в мире называется clinical examination, там и taking case history. Вот учебники, посмотрите, вот Маклеодс, американский основной учебник. В 1964 году был первый написан, 2013 – последний. И если посмотреть, до 1986 года так была информация, как по-старому при аскультации. Смотришь, 90-й год уже по-новому. Везде оно одинаково все. С маленькими вариациями. Там, индусы так делают, англичане чуть-чуть так. Но все равно одинаково. И тут на тебе, бабах, отечественная медицина. Все по-другому. Самое частое заболевание, или common cold, простуда, как хотите называйте, сопли, то есть ОРВИ. Берут пациента с ОРВИ, проводят аускультации, доктор-педиатр пишет, жесткое дыхание, ОРВИ, вот, это ринофарингит, поражение здесь. Правильно? И оно идет дальше нормально, то есть не поменялись бронхи, не изменился просвет гортани, не выпали легкие участки, не возник. Почему должен меняться тип дыхания? Тип дыхания при соплях не меняется.
Не надо писать. А у нас так, жесткое дыхание. Да какое же дыхание? Легкие-то не поражено. У пациента поражена слизистая носа, ротоглотки максимум. Перкуссия тоже норма. Острый ларинготрахит. Немножко другая ситуация. Но что будет при аскультации? Ларинготрахит, поражение гортани, да, и начальных отделов трахеи. До 4-5 кольца трахеи. То, что помните, до 4-5 кольца трахеи находится лимфоидная ткань. Ларинготрахеит, а потом уже ее нету. Но вот воздух заходит в основной просвет, вот здесь проблема, вот здесь маленькое сужение, а дальше у пациента идет нормальные бронхи. Поэтому не будет ни ослабленного дыхания, ни жесткого никакого, потому что воздух зашел в эту трубочку, она открыта, но она одинаковая, и потом дальше происходит расслоение. Поэтому при стенозирующем ларинготрахеите, как правило, никаких изменений не будет. Если поражается трахея много слизи, или это бактериальный трахеит, конечно, могут появляться хрипы. То есть перкуссия, аскультация – норма. Трахеит. Поражена трахея. Никакой перкуссии изменений не будет, потому что легочная ткань дышит. Но могут появляться иногда при аскультации нормы, но чаще всего изменений нет. Но бывает редко хрипы, потому что существует такой отдельный диагноз – бактериальный ринотрахеит, бактериальный трахеит, при котором надо давать антибиотик. Но кто его когда видел, я никогда за 4-5 лет не видел в карточке, кто-то написал «бактериальный трахеит». Куда этот диагноз исчез, когда попадает на границу с Украиной? Он должен быть. Ну и вот бронхит. А вот бронхит имеет абсолютное аускультативное изменение. При этом бронхит чаще вирусное поражение, почти всегда двустороннее, поэтому перкуторно будет звук одинаков. Да, он может быть коробочный, если это обструктивный бронхит, как, ну, как при астме, но он будет одинаковый. Хрипы будут где? Тоже с двух сторон. Почему? Потому что бронхит – поражение бронхов. И хрипы будут когда появляться? На вдохе-выдохе? И на вдохе, на выдохе, потому что альвеолы здоровы, воздух проходит туда и обратно. В момент вдоха хрипит и в момент выдоха. Вот что мы будем видеть при бронхите. Бронховезикулярное дыхание, то есть отличие только одного. Тип дыхания при бронхите не меняется – при бронхите появятся дополнительные хрипы. Но не будет так, что слышу хрипы я, через 2 часа хрипов не будет. Если бронх поражен и имеет воспаление и спазм, это будет длительно, как минимум несколько дней. Поэтому хрипеть будет и час через час. Опять же, коллега проводит аскультацию ребенка. Ребенок мокроту не откашлял, слизь здесь, он хрюкает. Шум возникает тум, передается на бронхи, есть хрипы. Пациент откашлялся, хрипов нет. Это бронхит? Не бронхит. Вот при откашливании он может поменяться динамика хрипов, но 100% она будет сохраняться. В чем разница, опять же, смотрите, простой бронхит и обструктивный. Здесь бронховезикулярное дыхание и хрипы на вдохе и на выдохе, чаще крупнопузырчатые или там басовые, сухие. А при бронхструктивном бронхите на фоне выдоха. А при астме это вообще классическая картина. По астме. Та же самая картина у детей, что с обструктивным бронхитом, бронховезикулярное дыхание с удлиненным выдохом, визинг. И чем сильнее спазм, тем визинг я могу слышать орально на расстоянии. Чем меньше спазм, то мне надо только стетоскоп для того, чтобы провести аускультацию. Ну и пневмония. Самое то, что мы говорили. Здоровые альвеолы, пораженные. Еще раз. Пневмония – это внутриальвеолярная эксудация, жидкость. При аускультации могут быть различные варианты, там ослабленное бронхиальное дыхание. Ну и обязательно нас интересуют локальные хрипы. И вот вам пример картинки. Такая пневмония не будет, такая бронхит, и вот при таком варианте мы видим ослабление дыхания. Вот это вариант пневмонии. Но могут быть дополнительные хрипы, а могут не быть. Не так часто сейчас есть у пациента при начале диагностики пневмонии хрипы. Чем тяжелее пневмония, тем вероятность хрипов меньше. Ну и если составить 2 диагноза – пневмония и бронхит, то основное, что нас объединяет – хрипы. Поэтому я говорю так. Модно лечить пневмонию там, где ее нет. Услышал 2 хрипа, дал антибиотик, хоп, завтра стал за ребенок здоровый, герой. Нет, и попробуй вылечить настоящую пневмонию. Так что их объединяет? Объединяет хрипы. А что их разъединяет? Очень много. И вот посмотрите на ребенка. Вот девочка пришла с пневмонией. Просто снял уже видео, потому что не хотел, уже устал. Честно, ну имя чуть-чуть. Красота, правда?
у пневмония, поллегкого нет, интоксикация, ля-ля-ля, матрешка потанцевала. То есть по ребенку видно, что это сопли. Поэтому никаких антибиотиков не надо. Конечно, я провел аскультацию, я сделал перкуссию. Да, я не назначил рентген, бо мне жалко ребенка, не надо кровь с пальца, бо мне тоже жалко ребенка. Но это же говорит за видимо. Поэтому дети, они честные. Ну и вот вам варианты. Посмотрите, пожалуйста. Тотальная левосторонняя пневмония с плевритом. Клиника какая? Вот такая. Влажные мелкопузырчатые хрипы в конце вдоха на фоне бронхиального дыхания. Почему вам пишу так? Потому что это все мои пациенты. И точно, ихняя картина аскультативная. Сегментарная пневмония, вот сегмент. Мелкопузырчатые хрипы на фоне ослабленного дыхания. Вот правосторонняя сегментарная, видите, как треугольничек. Вот правосторонняя облаковидная. Вот такие вот пневмонии имеют риск возникновения абсцессов, шариковидные. А вот вам двусторонняя пневмония. Слева еще плеврит, при которой у пациента не было никаких аускультативных изменений вообще. Итак, диагностируя пневмонию, вот на этой схемке вы должны посмотреть как. Есть температура 38 и выше, больше 3 дней. Есть отдышка или втяжение промежутков межреберных. Дальше. Если да, это пневмония. Если нет, ищем что? Если укорочение, ослабление. Если нет, ищем. Если асимметрия хоть хрипов. Если этого нет и нет токсикоза, это ОРВИ. Что не характерно для пневмонии? Отсутствие лихорадки, отсутствие интоксикации, отсутствие тахипноя, оральный визинг и крепитация оральная, то, что мы сказали, это против пневмонии. Сухие свистящие хрипы с обоих сторон и экспираторный тип отдышки. Снизу написано «Отсутствие тахипноя – наиболее используемая клиническая находка для исключения домашней пневмонии». Тахипноя. Тахипноя – это учащение частоты дыхания выше нормы. А что такое учащение дыхания выше нормы? Данные ВОЗ, надо их запомнить. У детей младше 2 месяцев 60 и больше – это тахипноя, а 50 – это норма. А у нас увидели 50, ребенок поплакал, ой, все, тахипноя. Если ребенок от 2 до 12 месяцев больше 50 дыханий, у детей от года до 5 лет больше 40 и старше 5 лет 30 и выше – это тахипноя. Поэтому у пациента, если в состоянии покоя 7, 8, 9 лет 33-35 будет тахипноя, ну и при этом не бегал, плюс клинические данные – это высокая вероятность того, что у него поражены легкие. Что будет при клинике сухого фибринозного плеврита? Та же самая картина, потому что какая пневмония? При сухом плеврите мы будем видеть шум трения плевры, который возникает и на вдохе, и на выдохе. Но где он будет? Будет ли он тут? Не, он локализуется только тут, потому что когда человек дышит, где мы измеряем экскурсию? Вниз. Вот тут, если человек слышит, ой, здесь справа, в верхней доли у него шум трения плевры. Никогда не слышал. Это может быть, знаете, у кого пациентов? У пациентов нефрологических, с уремией, там, при синдроме Дресслера, там, кардиологическом. Но в пульмонологии, в педиатрии такого не бывает. Ну и предпоследний, заканчивая слайды. Очень интересная публикация, которую вы можете найти в открытом доступе на английском. О чем она говорит? Сравнение между диагностикой и лечением домашней пневмонии у детей в различных медицинских центрах в Европе, Соединенных Штатах Америки, Англии и Всемирной организации здравоохранения. То есть в этой публикации они объединили все существующие протоколы по пневмониям. Последние. Это 16-й год, да, вроде. И что мы видим в этой публикации? Перечень того пункта А и Б, что мы используем для постановки диагноза пневмонии. Допустим, это лабораторные инструментарные, это клинические. Достоверным является наличие на рентгенограмме инфильтрации. Если вы слышите хрип и ставите пневмонию, делаете снимок, а там ничего нет, это не пневмония, это бронхит. Ослабленное визикулярное дыхание встречается у 90% детей с пневмонией. Лихорадка 90%. Да, 10% могут не температурить. Кто? Дети с иммунодефицитом, получающие химиотерапию. Ну, вы поняли, пациенты с муковисцидозом редко температурят. Тахипноя. И что? Мелкопузырчатый хрип 84%. То есть на момент постановки диагноза 16% пациентов не будет иметь никаких хрипов над легкими. Это сбивает врача. Бо он слушает, а перкуссию делает не всегда. Перкуссию он выявит укорочение 100% признак пневмонии с интоксикацией,
А при аускультации вроде бы ничего нет, не всегда найдешь ослабленное дыхание, и пропускается диагноз. Ретракция – это втяжение уступчивых мест, кашель. 74% – да, 26% – нет. То есть каждый четвертый пациент в начале постановки диагноза не имеет кашель. И правило, опять же, такое, которое мы видим из жизни. Чем тяжелее пневмония, тем меньше вероятность кашля. Вот посмотрите, вот так коллеги сидят, которые лечат, они знают это. Ну и последнее – гипоксемия, раздувание носа. Вот, боль в животе. У взрослых такого нет. 63% детей имеют жалобу боли в животе при пневмонии. А если этот пациент имеет плеврит, то там боль в животе бывает, она такая тяжелая, что пациенту приходит дифференцировать, это пневмония или острый аппендицит. У взрослых не бывает. Но боли в грудной клетке у детей при пневмониях почти не бывает. Даже вот те случаи, что мальчик перекошенный, если была боль в грудной клетке, сразу бы обратили внимание. Не бывает. И если бывает боль в грудной клетке, связанная с сухим плевритом, то она очень редко. Большинство пневмоний протекает без боли. Это у нас. А если взять клинику пневмоний, там, где нет вакцинации, допустим, там в бедных африканских странах, там будет немножко другая клиническая картина. В Фейсбуке иногда мы в закрытых группах общаемся с коллегами. У нас есть очень интересный коллега. Я знаю, что его зовут Игорь, но по идишу я не читаю. И на один из ответов какого-то коллеги, по-моему, ну, не знаю, Россия, Украина, он не хотел ругаться, он ответил так. Есть два вида медицины, доказательная и отсебятинская. Последняя известна многие века, к ней привыкли. Легче выжить в хаотической, беспорядочной медицине. Каждый выбирает, кто хочет. Я надеюсь, что в зале пришли коллеги те, кто выбирает доказательную европейскую медицину в правильном понимании и с большим желанием быть настоящими врачами. Все, спасибо за внимание.